У нас такой снег, смотрите, вот видите, я иду скользко, я думаю, что даже ночью здесь не было. Привет всем! Смотрите, сегодня в Стамбуле какой день, я не знаю. По-моему, что, суббота. Какой у нас снег, смотрите, мои друзья! Какая красота! Мне как раз дети, сын с невесткой, говорили, что у нас в Украине тоже первый день выпал снег. Представьте себе, друзья, смотрите! Ой, боже, какая я счастливая. Я первый раз за четвертую зиму увидела снег, мои друзья. Надеюсь, что это, не знаю, не пропадет так быстро. Это, да, так я захожу, потому что я только после душа. А это я, мои друзья. Мокрые волосы, я только после душа. Привет всем, мои хорошие. Послушайте, что я слушаю. Ирочка, это ваше видео. Я смотрю колядки. Вот. Слушаю с удовольствием. У нас сегодня впервые снег выпал. Я, конечно, после душа, не обращайте внимания, потому что я еще мокрая, только после душа. В окно смотрела снег. Обалдеть, какая красота. С праздничком всех вас. Привет, друзья! Вы очень многие меня спрашивали про мою косметику, маски для лица и парфюм, и помады вы интересовались. Сейчас я, в общем, отвечу каждому, потому что я вам там писала номера, а сейчас отвечу. Вы спрашивали, как эти парфюм. Очень идеально, я вам могу сказать, что я очень довольна. Они все такие, знаете, у меня такой вкус жесткий. И вот, допустим, моя дочка, смотрите, я купила, это старые, как бы эти у меня... Это ее парень подарил, я еще даже не начинала. Я очень много раздариваю. Вот эти, что я купила себе. Вот, смотрите, мои друзья. Armani, потом Gucci, потом Victoria's Secret. Вот это я купила, эти все. Потом вот эти, что я взяла. Очень такой цветочный. Они две штучки, вот такие маленькие. Моей дочке ничего не понравилось, потому что у нее очень легкий такой запах. Она аромат любит такой, знаете, нежный. А я, честно говоря, по духах даже могут специалисты определить, какой у вас характер. Но я люблю все сильное. Вы, если кто-то будете, она отправляет карго по всему, допустим, как его этому, она говорит, в любую страну отправит. Руки мыть будете, я мою руки 3-4-5 раз, и запах очень держится. Я, короче, довольна, это все оригинал парфюм. Потом меня спрашивали масками, какими я пользуюсь. Я вот последнее время, смотрите, это авокадо, она очень хорошая. Она у меня уже заканчивается, видите. Каждые 2 дня я пользуюсь. Но я уже говорила, как. Это глина. Добавляете чуть-чуть оливкового масла, капельку, и с молоком размешиваете. Она жидкая становится и на 10 минут. Ну, я даже меньше держу, у меня сухая кожа. Это просто морской. Видите, сколько я уже пользуюсь. Потом я еще покупаю себе другие маски. Конечно, я меняю. Да, у меня их дофига есть. Я просто новые вам покажу. Этот какая-то, я не знаю, с витамином С. Очень хороший. Мне порекомендовала Ольга. Ну, это вот еще вот это. Смотрите, я не знаю, что это за маска. Оно алоэ. Оно мне убирает пятна. Допустим, темные круги и так далее. Но я не знаю, я пользуюсь, меняю. Ну, я очень... смотрю за своей кожей, говорю, так как я. Потом меня спрашивали вот этот пастел, где она новая, что я купила, мои друзья, помада, да? У них у меня дофига есть, у меня L'Oreal, вот она, вот, мои друзья, вы все спрашиваете. Смотрите, номера нигде нету, видите, ни здесь,
Не здесь, мои друзья, потому что они выбивают мне на компьютере, чтобы точно этот цвет совпался. Я не знаю, друзья, как вам помочь. Я писала многим вот только это название, что хорошее. Я ее постоянно покупаю. Она недорогая, где-то 60 лир. Есть по акции, что можно ее купить даже за 39. Вот, смотрите, вот эта марка, этот цвет. Я постоянно, ну, вот, смотрите, у меня лореалевские есть. Дофига их есть, смотрите, сколько. Я это все повыкидываю в мусорку, потому что они мне не подходят, мои хорошие. Мне не нравится. Maybelline очень люблю эту марку. Но я Maybelline пользуюсь, честно вам говорю. Разные такие цвета у меня. Ну, короче, я вам ответила. Вот еще раз, пастел, друзья. Вы мне очень много задаете вопрос. Вам нравится очень моя помада. Вот смотрите, вот как вам выбить, я не знаю, друзья. Смотрите, кому, вот, кто писал, я вам писала вот это название, номера нету, потому что даже девочки вот в магазине, они выбивают через компьютер, чтобы цвет совпался. Сейчас у меня еще половина есть, я всегда покупаю новую. Ну, потому что это самое, очень много у меня уходит. Мне на месяц даже не хватает этой помады. Так что так. Потом еще раз повторяюсь, косметика, эти парфюмы очень идеальные, но они, я по своему вкусу выбирала, моя дочь нежная, очень любит цветочный такой аромат, она от всего отказалась. Говорит, мам, мне ни один не понравился, ну, не знаю, будут подруги приезжать, будут дарить, потому что я, вот мне ее парень подарил вот эти на день рождения в августе, я их еще даже не открывала, у меня есть много, понимаете, еще другие есть, но я не буду все показывать, это новое, то, что я сейчас купила. Получается 3, 4, 6 штучек. И дочка ни одни себе духи не взяла. Так что так, крема, все остальное я не буду показывать. Потом подводки для глаз. Вот эти марки я беру сейчас. Вот, мои друзья, видите, я их покупаю. Идеальные. Держится, не размазывается. Мне очень многое тоже скиньте, пожалуйста. Вот эти я беру. Они только у меня заканчиваются, я их постоянно покупаю. И то же самое, вот другие я беру, но эти не очень, ой, блин. Все сливается, мои друзья. Не знаю, как вам показать. Да, дофига я их покупаю, меняю постоянно. Вот это моя косметика. Косметики у меня очень много, но, естественно, вы просили, я это ответила, то, что вы просили. Привет всем друзьям, зрителям, родственникам. С крещением вас всех, с Рождеством, счастья, здоровья, мира, добра. Я это так тепло оделась, у нас зима, и немножко простуженная на таблетках. Вот я шубку свою сегодня вытащила, шапочку теплую, рукавички не взяла, потому что это как я буду, я не накрашенная, впервые в жизни ничего нету. Как я буду снимать видосик? Блин, какой у нас мои друзья. Мои хорошие. Еще, о, нашли магазин, маску надо одевать. Смотрите, какое у нас движение, где мы живем. Пробки. Вот, Дим, я нашла магазин, купила свою любимую кашу. Оленька, то, что ты мне все время покупала, аж 3 пакетика себе взяла с орехом. Ну, это мусли. С орехом, что я взяла, шоколадную, с фруктами. Буду запоминать, где это находится. Вот, мои друзья. Сегодня вторник, 19-е, с Рождеством, с крещением всех, смотрите, блин, сколько людей, народа, а я не знаю, сколько время, как сюда пойти, смотрите, снежочек, а в Стамбуле даже не верится, мне, в принципе, ого, скользко, я вам скажу. Скользкие ботиночки. Боюсь, что шарахнусь. Надо идти между машинами, представляете? Какое движение, смотрите, где я живу. Пробки, видите, мои друзья? Весело тут. А там парк есть, я впервые увидела. Прямо. Мне можно пойти гулять. Тималь пришел покупать пироженки. Я их не хочу уже. Смотрите, какие тортики. Так, направилась. Не могу скинуть вес. Мне надо еще хотя бы 2 килограммчика.
Смотрите, бабочка какая. Як стемёт. У нас такой снег, смотрите, вот, видите, я иду скользко. Я думаю, что даже ночью есть минус. Блин, эта маска меня задолбала так. Блин, столько машин, опасно, чтобы не упасть. Привет всем, смотрите, кто мой пришел, Рож. Привет. Родная моя душа. Боже мой, как я по ней скучала. А там вот Донечка. Как я по ней скучала, моя рада. Конечно, все есть. Пошли. Зайка ты моя. Как я... У нас тепло. Идем. Привет, друзья. Все меня спрашивают, что это за каши, что я их покупаю. Это на свете, я их, когда этих нету, я их, ну, меняю, часто кушаю. У нас с орехом. Видите, такие вот. Тоже заливаю молоком, микроволновку, все. Проблем нету. Эти мюсли, они дешевые, где-то 9 лир пачечка выходит у нас здесь. С орехом. Вот они такие. Она молоком заливается в микроволновку, очень вкусная. Это шоколадная, тоже вкусно. Но я мешаю их. Это с фруктами. Почему я их кушаю? Потому что, мои друзья, я их ужинаю. А честно вам скажу, другое, я же не люблю ни мяса, не овощи. Вот, допустим, помидоры, огурцы я месяца два не кушала. Единственное, мандарины и апельсины могу кушать. Все, это моя еда. Эти такие мюсли. Почему я искала этот БИМ-магазин? Потому что в других нету. Ну, не знаю, попробуйте, кто вот любит легкую еду, мясо не ест. Это очень вкусно. Приятного аппетита.